Всем привет! Небольшая поездка. Выбрался на Оке в лес. Здесь вот такая трасса идет. Поле засеяно, пшеница. Вон дорога грунтовая, туда идет, туда идет. Там дорога. Смотрел по навигатору. Бензина мало сегодня залил. Там 3 литра залил всего. Хотел далеко поехать, но до заправки не доехал еще. Да и документы дома забыл. Права эти забыл на машину. Чисто здесь так выехал. Ну, от дома километров 5, наверное. Спидометр не работает, не показывает, сколько проехал, какая скорость. Это надо с собой телефон брать. А с собой взял вот маленький телефончик. Чисто быть на связи, если что, заглохнешь, чтоб жена приехала, забрала. Здесь вот такое классное, уютное место. Тенечек. Правда, мусор валяется, бутылки. А так, место хорошее. Беседка вот. Здесь столик был. Столик. Что-то пропал. Ну, раньше здесь сидели трактористы, вот пахали, сидели, отдыхали. Мы здесь вот раньше металл искали. Нашли, находили запчасти, там трос, всякие откосилки запчасти. Такие, друзья, дела. Камера на кепке, а сам без кепки, в общем. Посмотрел, нормально, антифриз в норме. Да, движок, конечно, слабенький. Это не гранта, не шестерка она. 33 лошади он еле тянет, на. Тем более не новый. 4 скорости. Ладно, выдвигаюсь. Сейчас поеду. Сегодня чисто так прокатился. Обкатал. В город надо съездить на заправку. На заправку съездить, в гараж заехать, полирнуть. Ну, полировать буду потом, уж после работ. Ну, сейчас на металлокоп, может, поеду. Металлоискатель возьму, водички, чайно. В лесу хорошо. Ладно. Диски вроде не греются. О, здесь тепленько. О, здесь вообще горячее. Почему-то горячее. Здесь тепленько. Ключи с собой не взял. Отвертка свечной. Запаска есть, домкрат не взял, баллонник не взял. Ну, чисто так выехал, спонтанно. Да, самая горячая сторона та. Или подшипник, и я не знаю, может быть этот. Скорее всего, подшипник. Вообще нагрелся сильно. Градусов, наверное, 50-60. Подсветку сделал. Да, на улице жарко. Видите, бензина мало, лампочка мигает. Кстати, музыку поставил. Вот такую бороду сделал. Ну, в смысле, короб. Он, конечно, большоват. Но если маленький короб делать, магнитола не влазит. Она сама... Ширина у нее 18. Если делать узкую, она все равно... Здесь сам туннель померил 14 сантиметров. Вот такую гофру пока я поставил. Кожаную не нашел. Датчики влепил, но они не работают. Прикуриватель тоже вот поставил, но не подключено. Чисто плюс-минус сделал магнитолу. Хотел здесь подсветку сделать. Это короб от штатной гранты. Чисто так под документы сделал. Пойдет. Набалдажник поменял. От пятиступки поставил. Но он новый. Старенький он. Затертый. Но здесь четырехступка. Вот так. Такие вот небольшие работы были. Сзади все так же. Thank you.
целом неплохо едет. Кое-где там подтянул рычаги. Вроде едет ровно. Ну свои 60-80 держит. Я окошки пооткрывал. Наверное, не слышно будет. Тормоза тормозят, но надо прокачивать. Кстати, может, тормоза клинит, из-за этого греется. Большая скорость. Колеса кривые.
Походу диск зажимает тормозной, из-за этого греется. Здесь диск горячий, там не так сильно. В принципе, все. Небольшой такой тест-драйв был. Прокатился. Выявил кое-какие проблемы. Сейчас двигатель вот нагрелся, обороты стоят. Ну, большие обороты, больше 900, наверное. До этого регулировал, может, тоже движок был не прогретый. Обороты были так, 700-800, сейчас вот я вот послушал, где-то 1000. То, что нагрелся, можно обороты убавить. Хотя посмотрим. Вот так вот, в принципе, все. Ждите следующее видео.